Всем доброго времени суток, с вами Hard FM, и это Холм Грешников, то бишь Sinner's Rise, да. Когда-то мы здесь убили забытую грешницу и разожгли главный костер данной локации, который был вон там внизу. Я даже сбегаю до него. Вот. Сейчас я вернулся сюда с одной простой целью — открыть две двери, которые там есть. Кстати говоря, у этого коста что-нибудь можно сделать? А, может только вернуться к дальнему огню. Ну ладно. Так. Одну дверь я уже открыл. Там вот слева, которая. Вернее, сейчас справа. Ну, ладно, сейчас покажу, которую. Открыл я ту дверь. Вон ту. Там было ничего. Пустая комната. Маленькая-маленькая. И там было ничего. Вообще ничего. А вот здесь... Что-то есть. Гладкий шелковистый камень. Так и не понял, зачем они нужны. Ну, потом как-нибудь разберусь. Ну, собственно, в Sinner's Rise это, в общем-то, все. Судя по всему, больше здесь делать нечего. Вот, значит, куда нам можно идти? Правильно, нам нужно идти в огненную крепость. Потому что там есть враги. Враги, которых нужно побороть. Кстати говоря, там даже есть босс, после которого нужно разжечь главный огонь, я как понимаю. И доступ к Belfry Soul, то бишь к огненной крепости, в которой я еще не был, о чем я сильно жалею, но пока не знаю, как туда пройти и как туда попасть. Где моя сабля? Вот она. Что там надо? Обломок титанита большой. Да плюс 9. Надо будет подумать на эту тему. Надо будет как-нибудь к Макдафу сгонять. А может прямо сейчас, кстати? Где там мастерская Макдафа? Макдаф. Она ж в потерянной крепости. Lost Bastille. Ну, собственно, мы так приближаемся к концу. Скоро-скоро будет уже конец. Правда, если я буду тупить, то вряд ли будет близко. Давай-давай, Макдаф, купить предмет. 3. Да. Нормально. Flame, dear flame. Ну так вот, вот. Где там огненная крепость? В огненной крепости, конечно, проблем много. Сейчас заодно покажу, где можно было достать какой-то там уголь для Макдафа. Dull Ember. Кстати говоря, вот до той штуки, в принципе, можно добраться, но... Все очень плохо и тяжело. Нужно амулет против огня, нужно полное ХП, нужно там много, в общем, чего нужно. Тяжело до нее добраться, крайне. Вот. Здесь я подчистил почти всех, кто был. Ну, за исключением там вот того говнаря. Да, он до сих пор там стоит. И он меня бесит. Потому что он такой действительно бесявый парень. Он стреляет и стреляет. Ему вообще пофигу на все. Так. И еще вот капитана не зачистил этого. Серьезно? Ну ладно. Большой лук Алонского рыцаря. А, ну-ка, сейчас. Да серьезно? У вас же должен быть вроде там какой-то максимальный урон, после которого вы сбиваетесь. Ладненько. Большой лук Алонского рыцаря. Колокольчик говорится. Лол. Вот это? Ну-ка. Где там этот? Ох, вот этот лук, да, действительно большой. Где там этот молодец? О, нифига, баллистом. А чем из тебя стрелять надо, прости меня? Пожалуйста. А, видимо, этими. Видимо, вот этим.
Хо-хо-хо. Приколюха, конечно, но нет. Давайте сделаем вот так, его сюда. Just in case. А основной, конечно, все-таки вот этот лук, потому что... Потому что у меня нет альтернатив особо. Текс. Вот это местечко я здесь, скажем так... Ох, нифига, близко. Я здесь уже прошелся, поэтому огня здесь уже нету. Я могу спокойно заходить, бродить. Вообще милота. Вообще чихнул, походу. Или нет? Ну давай, капитан, покажи мне, что ты можешь. А я тебе покажу, что могу я. Давай, 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 мечник. Ну вот и все. А ты боялся. Совсем не больно ведь. Так, там трупак. У него, кстати, похоже, меч немножко зачарованный там. Или электрический, не знаю, какой точно. Но, в общем, что-то в нем неприятное. Ну-ка, давай. Вот. Отлично. Что здесь за двери? С этой стороны не открыть. Я даже знаю, почему. Уязвимость у босса молния. Я возьму на заметку. Черепашка. Давайте еще одну и валим. Черепашка злая. Очень злая. Угу. Все, черепашка готов. Мистер Черепашка. И там второй остался. А второй шел. Окей. Ну-ка, догоним мерзавца. Я видел это. Ух. Фига вас тут черепашек. Можно я пройду назад? Я уже сожалею о своем поступке. Ладно. Ладно, все плохо. Все очень плохо. С этими черепашками так просто не справиться. Их очень много, и такое замкнутое помещение. Плюс там еще сзади стрелки. Ух. Хотя, конечно, босса бы сначала убить. Ну ладно. Ладно, пофигу. Кстати говоря, моментик. Я что ли, стал прыгать сложнее? Ага. Почему? А вот не из-за этого ли? Ага, понял. Лук надел и все, сразу тяжелее прыгать. Жаль, жаль. Лук хороший, конечно. Ну так. Урон не кислый у него там выходит. Но это я потом как-нибудь с ним разберусь. Может быть, а может быть и нет. Потому что сейчас основная задача это все-таки пройти к этому. Попытаться пройти босса, но что-то он какой-то там злой, я бы сказал, этот босс. Бассина там. Что за... А, я перепутал, извини. У тебя уязвимость к чарам, что ли? Как-то ты после 3 ударов уходишь так спокойно. Ну, главное, чтобы сейчас стрела не попала. А, что-то горло першит. Прям не могу. В Москве сейчас холодно, капец. Для мая месяца-то. Хотя, конечно... Ауч! Джизус! Джизус Крайст! Офигеть! Офигеть! Ладно. Может быть, тогда, коль такое дело, к этому, к боссу сходим. Но он, кстати говоря, очень потный. Я пытался его убить соло. Это проблематично. Так что у меня есть мысля по поводу босса. Эфиджи. Ну, давайте эфиджи. Извини, эфиджи, я не хотел. Боссик там очень потный. Но если у него уязвимость к молниям, то это надо обузить. Почему бы и, собственно, и нет. Есть у меня мысля по поводу того, как его уломать. А может быть, не к молниям у него уязвимость. Может быть, мне все врут эти
бесстыдные надписи на полу, которые все время говорят об иллюзорных стенах и обо всем, о чем можно. Кстати говоря, вот эту штучку нужно забирать. Там ништяк лежит под трупом, это ключ. Его нужно брать. Потому что иначе, в общем, будет плохо. Вот. Что еще? Ну, из каких-то конструктивных вещей все. Там много ништяков, конечно, валяется, где понедоступнее. Так. Надпись. Ты у нас маг, судя по всему. А, нет, это вообще квестовый. Бррр, не квестовый. Ох. Это монстрик наш, типа. Такс, ну где там у нас молнии? Тьмой, ядом, кровотечением. А на молнии у меня нету, да? А, нет, есть. Ну, поехали. Хотя, конечно, зачем я лучше гатану сделал? Ну, вот. Лучи гатана послабее малость будет. Ну-ка, отвлекись на меня. Окей. Парень, ты его собираешься бить или как? Или мне надо было обычно все-таки фантома призывать? Что-то у меня прям такое ощущение, что нужно было обычно вызывать. То как-то парень совсем не очень. А, опять меня достают этими атаками. Ладненько. Ага, сейчас будет такая атака, да? Угу, вот она. Так, сейчас он будет разогреваться. Странно, я думал, у него уже достигнут максимальный урон, при котором он начинает разогреваться. Так, ладно, пока еще можно. Валим его так. А! Меч. Немножко не вовремя я решил смениться. Но он очень злой сейчас. А, нет, еще не очень злой. Окей. А вот теперь очень злой. Так, что-то я туплю малость. Похилиться. Пусть там Лукатиэль из Миры развлекается с ним пока. А, я не думал, что это будет эта атака. Черт! Серьезно, вот так? Ну, блин. Я думал, мы его сейчас убьем спокойненько, оказалось, что нет. Ладно. 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 Сейчас все будет. Сейчас все будет. Давайте, наверное, включимся на победный, а то, я думаю, трайхарить сейчас буду жестко. Вы знаете, честно говоря, этот босс как-то для меня вообще слишком тяжел, поэтому мы пока отправимся куда-нибудь в другое место. В темные руины. В общем, есть парочка мест, где я еще на самом-то деле не сильно много побывал. И где надо бы побывать. Они открывают доступ к новым локациям, все дела. Вот, по-моему, кажется, серия вот с этим, она выдалась очень долгой. Я бы даже сказал, слишком долгой, там что-то 2 часа почти. Поэтому я здесь вам покажу просто, ну, основные места. Заодно и попытаюсь найти путь к новой локации, потому что здесь, говорят, он есть. А я его не находил еще, и это меня очень... Меня это очень смущает. Я помню вас. Давай, двигай. Шафли ногами. Оу, мимо ног. Кончился. Кстати, давайте сменим колечко от огня на... на что?
Вот это. Ауч. Джизус. Не успел задефать, ну ладно, бывает. Хотя, мне даже если бы я успел задефать, мне это как-то походу не сильно бы помогло. Учитывая, как я сейчас как-то не очень справился с ними. Ладно, Учи Гатана может быть и тащит, но я предпочитаю все-таки их не разменивать, их удары. А так вот. Потому что они ватные, ватные, очень такие слабенькие. То есть почему бы их просто не разбить как надо, как нормальный человек, не огрести от них ни разу и убить их просто так, легко и спокойно. Так, здесь эти проклятия, которые раскидывают бочки. Бочки неприятные. Я, кстати, так и не понял, что делать. Проклятие? Надо будет погуглить, что ли, а то как-то бегаю здесь в незнание того, что я могу получить. Проклятие. Так. Так. Здесь я был. Здесь я был, но, кажется, ничего здесь не нашел особо интересного. Это, видимо, какой-то ковенант тоже, что ли? А, кстати, здесь-то я был. Вроде был. Я знаю тебя, львиный легион, иди сюда. Я знаю, ты очень рад меня... Ох, задефал, как он хорошо. Ну, давай. Да что я творю? С этими глупыми мобами так плохо. Щит выкинул. Как-то я с ними очень хреново размениваюсь. А мне это надо? А мне это, по-моему, не надо. Да вроде не нужно. Ну-ка, что написано? Может помочь прыжок. Что-то я сомневаюсь, что он может помочь, ну ладно. Ну да. Ароматная ветвь былого. А, там кто-то стоит даже. Или это фантом? Да, фантом. Там костер. А, давайте. У меня их целых две штуки. Почему бы и нет? Ну ты-то умрешь, надеюсь? Да. Видимо, умирать он не очень хотел. Живучие гады, блин. Оружие впереди. Ща, за оружием сгоняем секунду. Посмотрим, что у нас тут. Лягушка. Все, нет лягушки. Душа отважного воина, сумречная трава. Ну. И. Вот ты похожа на... Нет, ты ни на что не похож, согласен. Думал, иллюзорная стена, ха. Ха-ха. Ха-ха. Серьезно? Альбарда черного рыцаря. Видимо, серьезно. Ну, я бы сказал, слабовато. Слабоватенько. Крайне слабоватенько в плане лута. Что-то как-то не очень. Так, отдохнули, восстановили хпшечки. Там, я помню, где-то еще был такой же вот замороженный парень, но к нему доступ нужно было как-то получить. Сейчас найдем. Вернее, не то, что к нему доступ. Он открывал доступ к чему-то, потому что он был замороженный. А, окаменевший, вернее, даже. Так, по ногам. И в харю.
Лол. Быстро же ты. Ладненько. Давайте-ка вот так. Сначала вот с этим разберемся. А, разобрались. Они со мной, похоже. Плохо. Плохо, очень плохо. Что-то я как-то прям... Как-то прям, да. Два удара. Не, не очень, не очень. А я случаем колечко-то одел. Ну, да. У меня же нету кольца, которое ограничивает уменьшение здоровья в облике полого. Естественно, я буду умирать так быстро. Ах, боже мой. Что с этим человеком не так было? Ну, ща. Ща я им джазу задам. Кстати говоря, что там за альбарда-то? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это нифига себе. Вот это нифига себе. Вот это здравствуйте. Мощная штука. Очень. Судя по всему. Нужно будет ее потаскать, что ли, попробовать. Ну-ка, давайте-ка ей тест-драйв сделаем. Ой, зато какой тяжелый сразу становится. Я думал, он добьет отсюда. Нет, проклятие не надо. Однако, мощная штукенция, но медленная крайне. Хороша, чертовка, хороша. Рабочий крюк. Ладненько, где там мой... Мой сабель? Цвайхандер. А, полуторный даже. Сабель. Сабель получше будет все-таки. Для меня. Так, где же ты? Тот труп, который... Через который я не мог пройти. Ну, это явно не ты, да? На войне не зевай. Ну и все. И готово. А, он может быть там где-то впереди? Я что-то не помню даже. Как-то плохо. Иди сюда. Ух ты. Like a boss. Норм. 400. Я думал, с них по 800 падает. А, или это с других по 800 падает. В общем, что-то я запутался малость. Ладно, нормально. Так. Так, а, вот здесь, точно. Так, умри. Да. Ох уж эта система. Большой топор львам. Это что-то крутое. Но мы же не большими топорами владеем, мы же владеем маленькими мечами, быстрыми и сильными. А, здесь все, погоня за ништяками, да? Плохо. Мантия льва, мага. Юбка львиного мага, понятно. Понятно, на что я потратил вещи, понятно. Ну ладно. Ух ты, меня ценят. Давайте наверх. Вот где я не был, оказывается. Оказывается, куда надо было идти сразу, а я тут... А, тут что, босс, что ли? Is it a boss? Женщина. Женщина впереди, и тогда сундук. Босс впереди. Кстати, может помочь отражение заклинания. Предмет впереди, так что уязвимость босс. Да. Спасибо, парни, вы так много для меня сделали. А давайте херакнем. Яп. Почему? Потому что я могу. Отражение заклинания — это не по нашу душу. Поехали. Надеюсь, что все получится. Ой, скорпион Нашка! Ёб твою мать. Ёб вашу мать, ёб вашу мать.
Вылезай. Но только не на меня. Ладно, что хочешь, то и делай. Это у тебя большие ножки, красивые ручки. А не у меня. Так, 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 не кастуй, не кастуй. Плохая идея. Как мне с тобой быть, объясни мне. Я же даже не знаю, что у тебя за атаки. Я даже не достаю, более того. Ладно, бывает. Отставить, отставить, плохая идея. Очень плохой день, очень плохой день. Как говорил Джеки Чан. Да, я понял тебя. Так, в общем-то, с тобой надо что-то делать. Ты тяжелая, похоже. Так, ладненько. Сейчас соберемся. Давайте включимся на победный тогда, если получится как. Надеюсь, получится лучше, чем с тем огненным парнем. Ну, еще одна попытка. В никуда, наверное. Ну, сейчас посмотрим. Так, плохая идея. Просто-напросто в никуда дал. Две атаки. Бывает. Клешни. Клешни. Отставить. Плохая мысль. Ну хорошо, хоть это заэвейдил. А как она меня достала там? Воу. Воу-воу-воу. Хо, а меня не задело. Не задело меня, ну конечно. Так, назад, назад, назад. Знаем мы по фильму «Дрожь земли», такое уже видели. А если так? Хоп. Смотри. Смотри, как я умею. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ну и? И где ты поднимешь на поверхность? Так, что ты делаешь? Понятно. Ну? Помнишь, я говорил, что ты сильная? Так вот. Видимо, не очень. Просто если не ошибаться самому сильно, то да, ты не ни о чем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Давай, одну тычечку осталось тебе. Все. Это всего лишь третья попытка, и я тебя убил. С третьей попытки. Что ты за... монстр такой, что ты за босс такой? What? Видение тайны и тогда слезы. А как мне туда? Только не говорите, что мне нужно было нашку на... Ну нет, ну быть того не может. Может, тебя можно сбить оттуда стрелой. Знаете, я оскорблен в лучших чувствах. Вот этим ништяком, который там валяется. Ну, может быть, что-то все-таки есть? Ну уже. Да, видимо, надо было нашку на... Блин. Блин. Ну ладно, она изи. Все-таки она не сильно сложная. А тут никаких иллюзорных стен нету. Да не, нифига. Что-то очень похоже, чтобы они здесь были. Ну так. Ну и куда это мы? Куда меня ведет дорога? Дорога солнца. Блин, у меня уже начинает в глазах рябить от этих переходов.
двери Фараса. А костра не предусмотрено, нет? Уважаемый. Слоник. О, какой ты большой. Даже злой, я бы сказал. Ну и все, и хватит тебя. Покушал урона, солдатик. Ух ты, Барамир. Воу, а что с тобой не так, парень? Почему ты на периферии так сильно лагаешь? А хотя, знаете, не мое дело. Главное, чтобы умирал. Радужный камень? Интересно, что они дают. Так, где Бонфайр? Суки. Гирмы, это у вас гномы, что ли? Я его даже не убил. Ладненько. Так, назад, назад, назад. Что-то там нехорошее. А, не, норм. Драконий талисман. А, это для этих, что ли? Для ковенанта драконьих рыцарей или что-то в этом роде. Ну, короче говоря, для ковенанта драконов. О, Бонфайр. А давайте, знаете, наверное, на этом завершим нашу эпичную битву с Нашкой, эпичный просер рыца стражу кузницы. В общем, давайте на этом завершим и встретимся в следующей серии. Всем доброго времени суток.